Вся Россия отдыхает, а ты заперся в четырех стенах и работаешь, все трудишься. Не бережешь ты себя, отдохнуть тебе надо. Некогда, некогда мне отдыхать, Виктор Харитонович. Ценности, они ведь должны быть не только материальные, еще и духовные. Вот и решил я заняться просвещением. Хочу, чтобы труженик русский историю свою знал. Великих людей, благодаря которым Россия-матушка с колен поднялась. Золотые слова, Юрий Венедиктович. Золотой ты человек. А ведь и вправду золотой ты человек, Юрий Венедиктович. И голова у тебя золотая. И руки золотые у тебя, и... Все это золотое, из чистого золота высшей пробы. Ведь только это начало, начало замыслов моих. Зачем все это мне одному, без народа нашего русского? Вот здесь сироты будут стоять серебряные. За руку меня держать, знак признательности. Здесь пенсионерка будет стоять, платиновая, алмазными глазами на меня смотреть будет, а я на нее. Вот здесь инвалид будет стоять, из чистого золота, да золота на него мало уйдет. Инвалид он, а за моей спиной могучей, депутатской, простые люди будут стоять, все из бронзы. Потому что запасов золотых российских на всех не хватит. Слишком много нуждающихся. Ну, как тебе мой замысел? Никого ты не забыл. Золотые вы люди. Оба золотые вы. Не бережете вы себя. Отдохнуть вам надо. Некогда. Некогда нам отдыхать. Покуда такое в стране в нашей происходит.